Всем привет, с вами Влад, Настя. Сегодня Настя будет играть в игру «Дом за золотом». Да. Вот, у нас загружается. Сейчас, так, загрузится. Грузить. Ну, и сейчас, как загрузится, Настя продолжит. И вот у нас уже игра загрузилась. Мы вас покажем наших персонажей здесь. Можно сделать деньги. Здесь вы забыли. Вот тут у нас прям такой. Короче, это на. И у нас есть. Ну, короче, территория, мы чтобы разыграть с Дэвидом. Ну, давайте. Эта игра очень интересная. Да. Она сейчас, кстати, очень популярная. Очень интересная и очень популярная. А сколько у нас бомбочек? Да, и у нас бесплатная вон бомбочка. У тебя уже что? Настя нечаянно дошла в поисковую систему Google. И мы выйдем из нее. Зайдем снова в том за золотом. Ой. Так. 98. Никто не прав. Ага. Ну давайте заново играть, потому что на телефоне как-то не очень нравится. Так. Я только ничего не посмотрела. Что? Я даже ничего не посмотрела. Где? Перепрыгни через ящик вот этот. 15 раз? О, круто. Ну, хорошая миссия. Тут тесновато как-то. Так. Ну, бесплатно, потому что... Ну, потом.
Это очень сложно накопить. Ну да, очень сложно. Надо покупать эти настоящие деньги. Да. Если бы я была взрослой, я бы сейчас купила. Ладно, у тебя скоро будет зимний. Ну да. Что-то надо не... А у меня скоро будет зимний. Да? Да? Да. Ну, а что? Я куплю на сколько? Ага. А, вот этот сын, который за эти бомбики. Да. А что за это? Ну, не будем спасать на это, потому что это уже две. Две бомбочки. У нас реклама здесь. И мы, я собрала у нас два сейфа, и мы заканчиваем уже играть. Всем удачи, всем пока, с вами была Влад и Настя. И подписывайтесь на наш канал, ставьте пальчики вверх, ну и конечно же пишите комментарии. Всем пока!